Ребенок ничего не ест. Как его заставить? Этот вопрос беспокоит очень-очень многих родителей. Надо понять, что поставить его наоборот, мы его заставляем, и поэтому ничего не ест. Дело в том, что очень многие мамы воспитаны поколением бабушек, и самих мам, и самих пап тоже, но мам в большей степени, просто мамы больше, чаще с детьми, с ощущением, а может быть завтра война. То есть ты сегодня это не съешь, кто знает, завтра не будет еды. И мамы, не осознавая этого, воспитывают и заставляют своих детей есть тоже, а может завтра война. То есть мама может быть очень обеспеченным человеком в доме еды на 2 года вперед. Она сама директор фабрики по производству печенья и вафель, или консервов, или я не знаю чего, муки. Но она заставляет своего ребенка есть, потому что так заставляли ее. Поэтому самое первое, тяжело это преодолеть в себе, но надо себе понять, завтра не война. Но если мы ребенка заставляем, он будет обязательно сопротивляться. Это любая вещь. Чем больше мы заставляем, тем сильнее он сопротивляется. Это закон Ньютона, закон физики. Поэтому, хотя это очень тяжело, сделать себе внушение, или сделать себе усилие, или сделать с собой что-то, что даст вам ощущение полноты жизни. Он это не съест, но не страшно. Не страшно, понимаете? Когда мы сможем это в себе ощущение затолкать в него любой силой, чтобы он это проглотил, эти 2 котлетки, или эту котлетку, или эту ложку картофельного пюре. Если мы это сможем побороть, шансы ребенка, что он захочет есть сам, что у него проснется чувство голода, оно намного сильнее. Но естественно, инстинктивное чувство голода. Мы с таким успехом забиваем, что ребенок вообще забывает, что он может быть голоден. А когда он приходит с улицы, или он долго играл, он пришел разгоряченный. Ясно вам, что он голодный. Предложите ему еду. Но таким тоном, как будто вам совершенно все равно, будет он есть или нет. Вам будет приятно, что он съел. Вы сделали что-то, что он любит. Он его-то хочет есть. Ладно, ешь. Не хвалить его, когда он съел. И не ругать его, когда он не стал есть. Еда – это совершенно естественное чувство, как ребенок любит рисовать. Сегодня он не хочет рисовать, а завтра он хочет играть. Также и еда – это, естественно, чувство человека. Только не забивать, а предлагать с улыбкой и не ругать, когда он это не ест. Приятного аппетита!